Что такое? Сейчас дев... Я не знаю, почему сорвалось. Просто, к сожалению, ваш прямой эфир был прерван. С какой радостью он был прерван? Я не знаю, с какой. Сейчас. Так, сейчас я подсоединю. Сейчас Ксюнечка моя придет. Настенька придет. Блин, капец. Очень обидно. Просто же. Сейчас. Ксюня, у меня просто полетел прямой эфир. Я не знаю. Я знаю, я поняла уже, да. Сейчас я, кстати, зарядку возьму на всякий случай. Давай. Сейчас подсоберемся. Сейчас вообще соберемся. Не расстраивайся, Юлечка. Да ладно. Самое главное, чтобы люди успели, ну, прийти к этому времени, все нормально было. Так, мы начинаем в 35 минут. Люди вот пишут, давайте начнем. Ребята, вы понимаете, что есть такие, ну, здесь люди, которые очень ждали этого так же. Сейчас прямой эфир сорвался. Зачем заниматься таким эгоизмом? Нужно же думать тоже о других людях. Так, сейчас. Привет всем, всем привет. Так, ребят, давайте еще раз поговорим условия. Ксюша сейчас спрашивает, у тебя скоро розыгрыш? Мы после родов проведем розыгрыш в честь рождения нашей дочери. Вот, я сделаю такой подарок. Но мне нужно будет выйти из больницы, прийти в себя, и я прям обещаю, что я сделаю недельный розыгрыш для всех. Я постараюсь порадовать многих. Так что ждите, скоро уже будет. Да. Абхазия, тоже привет. Пока у меня такое, видите, состояние, мне сейчас не до этого. Там очень много волнительных моментов, я не хотела бы сейчас волноваться, потому что это чревато последствиям раньше времени поехать в роддом. Смотрите, сейчас будут цифры, мы будем играть цифры. В 35 минут, ровно через, получается, 11 минут мы начнем. Да, сейчас будут цифры. Да, вас видно, Чернецова, все видно, всех видно. Астрахань тоже привет. Настюха сейчас должна присоединиться тоже. Ну, пока Насти нет. Значит, смотрите, вам сейчас что нужно сделать? Зайти на мой аккаунт. Астрахань, привет. Забрать всех людей, на кого подписана я. Вы забираете всех людей, 80 человек, на кого подписана я. Заходите в прямой эфир. И в 35 минут мы начинаем. Я возьму листок бумаги, или, ну, как вы решите, Ксюша или я. Мы возьмем листок бумаги и напишем одну цифру от 1 до 100. От 1 до 100 мы пишем. И в 35 минут я пишу слово «старт». После того, как я написала слово «старт», вы начинаете угадывать цифры. Какая у меня цифра на листке? Тот, кто первый угадает, сразу после прямого эфира я отправлю вам бонус на карту. Чао, Джулия. Чао, 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 чао. Тут сикома стоит у тебя, да? Так. Подожди, Настя пришла или нет? Да, пришла Настя сейчас. Да, 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 да. Пришла, пришла. Меня кто-нибудь добавит в эфир, она пишет. А я заговорилась, у меня просто на автомате. Настя, а у меня полетел просто эфир. Я не знаю, что произошло. Просто у меня полетел эфир. Просто было написано, к сожалению, ваш прямой эфир был прерван. Я не могла к тебе подключиться долго почему-то. Я просто разговаривала, и... Ксюша, что ли Гриценко Рома в Сочи? Ксюш, Гриценко Рома в Сочи? Спросите у Ксюши, знает ли она, что такое Рома. Спросили, кто это? Вообще, кто это? Это тиктокер. А? Тиктокер? Он на Доме 2 был, Ксюш. Я, если честно, не помню. Бывших участников Дом 2? На самом деле, я помню хорошо всех ССЛ. Из Дома 2 я общалась с вами только. Как бы, ну, и все. Смотри, вот Ксюш пишет девушка. Юль, ты Ксюше скажи число тоже, которое загадаешь. Ты Ксюша тоже следила, кто первый угадает, так будет честнее. А мне как сказать Ксюше? А мне как сейчас сказать Ксюше? Вот так, Ксюш, на ушко, давай, скажу. Каким образом вы представляете это сделать? Мне нет, на бумажке напиши и покажи в экран. Да. Мы же вместе живем с Ксюшей. Мы живем в разных местах и домах. Да. Так. Я хочу сказать, девчонки, сегодня очень мистическая дата, поэтому загадывайте. И те девочки, которые хотят выиграть, верьте, что вы выиграете. Конечно. Сегодня дата, напомните. Мистическая. 02-02-2022. Блин, вот в такую дату надо либо рожать, либо замуж выходить.
Рожать плохо в такую дату. Почему? Еще. И 22.02 тоже плохо рожать. Я уже все посчитала. Он да. У вас, короче, там фэн-шуй, все дела, да? Нет, я, конечно, изучала, мне, так как у меня будет плановая КС, возможно, плановая, да, я думала... Я пойду пока за ручкой с листком возьму, схожу. Так, ну я поняла, что я не выберу дату, дочь появится тогда, когда она захочет. Правильно. Да? Куда уже Юля делась? У тебя была плановая КС? Скажи, пожалуйста, Настя. Да, мы же ждали, пока перевернется Адриан, но не перевернулся. А потом сначала на весах типа маленький-маленький, все нормально, дождемся, а потом перевзвесили, и уже оказался почти 4 килограмма и не перевернутый, поэтому мне говорят, ну, выбирайте дату. А, Юля за листочком ходила, что ли? Да, 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 да. А? Подолго? Все, все, листок готов, еще не писал. А? Ну, гулять? Что сделать? Настя похудела сильно, согласна, ребята. Я уже не знаю, что делать, все поправиться. Пельмени налопалась, вот лежу. Было видно, блин. Так, ребят, блин, у меня не заряжает еще там уже телефон, вообще все доходит. Да ебарста. Так, давайте еще повторим. А что ты разыгрываешь, Юль, напомни, я забыла. Бонус на карту. А-а-а. Смотрите, в 35 минут мы начнем. Я еще цифру не писала, вот листок пустой, видите? Смотрите, главная задача сейчас вам зайти на мой аккаунт, забрать моих 80 друзей, на кого подписана я, подписаться на 80 человек, вернуться в эфир, и будете угадывать цифру, потому что я делаю такие, вчера делала прямой эфир, сегодня делаю такой пример, и отдаю бонусы. Сейчас, подожди, страничка должна быть открыта? Нет. Да. Неважно вообще, страничка у вас открыта или закрыта, у вас сколько вам лет, откуда вы, из какого государства, потому что я отправляю за рубеж, просто делаю перевод за рубеж, и вам приходят бонусы. Также я выполняю... Господи, у меня уже все сегодня, я не могу, речь вообще не связана. У тебя будет также... кипеть крыша, знаешь, когда? Когда ты будешь 10 раз слушать вот эту песню. Сейчас смотрите на Адриана. А он кайфует, да? На землю дождливую погоду, и люди открывают зонты над головой. Такой сикайский. Что я за Адриан? И лишь посветит солнце. Да, да, мне точно. Время быстро летит. Слушай, зимой нет. Комбинезоны! Это просто. Я готова уехать жить в следующую зиму в какое-то тепло, на Бали, куда угодно, лишь бы не одевать комбинезон и не засовывать его в коляску или в санки. Вот. А с остальным все нормально. Угу. Вот, пишет девушка, слышите, Викаева, так что все правда. Она вчера у меня взяла бонус в прямом эфире. Вот девушка в вечернем прямом эфире. Днем у меня была другая, там Татьяна. А вот Викаева, она из Казахстана, я отправила ей бонус на карту. Поэтому вот подтверждение того, что все правда, и я реально отправляю. Юля, ты только бонусы вручаешь? Или у тебя там еще какие-то подарочки? Нет, бонус. Так я каждый день, блин, знаешь, сколько отправляю? Не, я поняла. Не, может, у тебя там что-то отдельное там еще. Или люди вот просто хотят, ну, себе и забирают. Нет, знаешь, я поняла из прошлых разов, когда я сначала отдавала только именно подарки, там, кофемашину, грильницу и так далее, почему-то людей не вызывает это столько ажиотажа, как им бабки. Они хотят просто бабки, пошли, купили, заказали на Wildberries или еще где-то. Ну, а прошлый раз дело. Доставку надо ждать, пока она придет. Тут я перевела им минуту, две минуты, они у них, они пошли, купили, и все. Как бы. И не надо с доставками мучиться, идти на почту отправлять или что-то еще. Согласна. Так много проще. Я помню, как у тебя в прошлый раз ты не могла на почту сходить, у вас там людей что-то много, да? Да, перед Новым годом я прихожу, он очередь с улицы, поэтому я такая думаю, больше я никогда не делала. Вот, ребят, все правильно, деньги лучше, легко, просто на карту получил, пошел, купил все, что захотел, и пошел гулять дальше, все. Так.
Так, ребят, смотрите, мы начинаем через 4 минуты. Еще тем, тот, кто не успел подписаться на моих 80 друзей, у вас есть возможность, поэтому заходите ко мне на страничку, забирайте мои 80 человек, на кого подписана я, это очень важно. И до субботы каждый день мы будем, я исполняю ваши любые желания. Вы что напишите? То есть на неделю, да, он? Вот мне сейчас вот девушка пишет. Юль, напиши Ксюше, какое число загадаешь, чтобы она следила. Мне нужно выйти из Инстаграма. Эфир сейчас не дает. Да что за бред? Политический. Так, ладно, хотите мать? Собирать, ну, хотите, ребят, мать проведет? И, Настя, проведи, ты загадай Писанину. Число. Потом, чтобы потом не было на меня. Сейчас, я не сейчас мы с Адрианом проведем тут, ребята. Давай. Адриан точно обманывать не будет. Ляль, будем загадывать, да, сейчас? Так, я вам сейчас... Я возьму свой бизнес-блокнотик. Прекрасно. Господи, сегодня мне хоть спокойно будет. Я тоже со своим бизнес-блокнотиком. Подожди, у меня еще была бизнес-ручка. Сейчас найду. Подождите секунду. В смысле, я не шучу, это мой бизнес. А я буду просто кайфовать. Так. О, я нашла... Нет, без подсказок играю. Подожди. Без подсказок. Смотрите, какая у меня бизнес-ручка. От одного до ста. Все правильно. От одного до ста, да. Так, ребята. Сейчас Настя вам объяснит, что почем. Адриаш, иди сюда. Пожалуйста, девочки, только когда вот кто-то из вас найдет, ну, увидит цифру, скрин, вот скрин сделай в моменте, отправь мне его, чтобы я выложила в сторис, ладно? Не, мы сделаем скрин. Короче, ребят, смотрите. Интернет у всех разный. У кого-то он быстрее, у кого-то он медленнее. Кто-то платит 1000 рублей в месяц, и он летает интернет. Кто-то платит 3, да. Ни хрена не летает. Короче, от этого реально много зависит. В общем, почему делаю это я? Буду я это судить по своему интернету. Хреново мне, хреново не знаю. У вас, в общем, у меня может появиться та цифра, первая, да, которую человек... написал, и он выиграл. У вас она может появиться позже, либо раньше, и вы можете не заметить. Чтобы потом не было 300 вопросов, да, Ляль? Вот. Все, короче, честно, вот будем по моему интернету ориентироваться. Что, у нас загадывать цифру? А, загадывай, да, через минуту начинаем. Давай. 80 человек, на кого подписано я, у вас возможность забрать, и мы играем. Давай, мама, напишем. Давай. Ребят, вы просто пишите, это кому как повезет. Не тот, который первый написал это число, как оказывается, а вот просто кто высветился первый. Поэтому вы не расстраивайтесь, это вот, знаете, вот просто фортуна. Все, я загадала. Старт писать? Или Юля, или ты пишешь старт? Я сейчас, подожди, старт сейчас. Мы загадали. Ты напишешь старт, а я просто... Всё, старт написала. Старт. Так, сейчас я посмотрю, что я загадала. Так, 74, 11, 20, нет. 99, нет. 14, нет. 9, нет. 45, нет. 24, нет. 99, нет. 73, нет. 3, нет. 10, тоже нет. 24, нет. 100, нет. 98. Я учу другие цифры. 78, нет. Тоже другие. 54, 54, ребята, 54. О, выиграли! Настя, скрин скорее. Сейчас. Я вроде успела. Я просто не могу их наверх перемотать, но я думаю, что я успела. А какая цифра была? 54. У меня вообще такой нет цифры. Да? А, вот, Оля Панченко. Сейчас, вот, 54. Хорошо. Сек. Там да. Кто-то там. Хорошо. Тогда все, давай скинь мне скрин, пожалуйста. А ты скажи, какой никнейм. Они сейчас все начнут писать, кто написал. Я тебе сейчас скину, там было ар, что-то там. Ар, а у меня вообще другая девушка 54 написала. Вот, ну, это поэтому... все, ребят, вы сами выбрали. Вы сами выбрали, чтобы Настя диктовала свои. Поэтому теперь не обижайтесь, что вот потом не было.
Да, так, это... все. Отлично. Мои поздравления. Напишите мне, не Настя. Да, главное, чтобы она была подписана. Потому что если она не подписана, сейчас будет выигрывать. Да, я проверю, напишите мне сразу в директ сейчас, кто выиграл. Я проверю, чтобы вы были подписаны, и сразу отправлю бонус на карту. Вот, например, девушка Светлана Андреевна, которая больше всех вот писала, возмущалась, чтобы писал еще кто-то. Вот опять сейчас недовольные пишут, капец, вы пролесните, сколько народу 54 писал. Ребят, у всех интернет разный, вы поймите эту важную вещь. И у нас отображаются цифры по-разному, вы не расстраивайтесь, вы наоборот пробуйте каждый день, вы ничего не теряете. От того, что вы подписаны на 80 человек, вы, поверьте, ничего не теряете. Вы просто пробуйте. Удача вам точно улыбнется. Мы в вас верим. До выходных еще куча времени и куча будет раздачи. Тем более, каждый день я исполняю ваши желания. Это очень важно. Мои хорошие, не расстраивайтесь. Я надеюсь, что у каждого получится взять что-то свое. Так, все, Юлечка, сейчас пришлю тебе WhatsApp. Хорошо. Смотри, все ли выполнено или нет. Если нет, по новой. Хорошо. Сейчас я буду проверять и выложу сразу же в сторис. Поэтому, девочки, вам отдельное спасибо за прямой эфир. Очень быстро вообще. Я вчера вела с Катей с колонной и с Настей Цицвят. У меня просто жесть какая-то. У меня столько так долго было, а сейчас вообще очень быстро. Вообще, вчера минут 15, наверное, мы не могли. А что это было? 79, кажется. 79? Да. Поэтому сейчас, ребятки, отправляйтесь в мои сторис все, пишите свои желания. Каждый день, там, сегодня уже было, завтра, послезавтра я буду исполнять желания. И самое главное, вот буду выкладывать какие-то задания у себя в сторис, вы будете их выполнять, и мы через сутки определять того, кому тоже отправлять будем бонус. Вот, поэтому все. Всех целую, обнимаю. Девочки, вам отдельное спасибо. Розыгрыш каждый день идет, поэтому принимайте участие. Заходите на страничку. Все, всех целую. Целую. Пока-пока.